Первое, это если у вас ножнички болтаются, проверьте, есть винтик, его можно подкрутить, чтобы ножницы, то есть плотно ходили друг к другу. Если его нет, бывает такое, заклепка, кладете на железный предмет и молоточком подбиваете. Ножницы абсолютно ее не режут. Для этого нам понадобится нож, ножнички и немного воды. Смачиваем нож, зажимаем. Вот таким образом. Ножницы. Тоже 20-30 повторений. Потом перевернули ножницы, зажали и сделали то же самое. 20-30 повторений.